Продолжается игра. Лукоянов. Активный Лукоянов. Дальше. Бросок по воротам, Седлачек. Сирены буквально ловит шайбу. И вот посмотрите, тут драка пошла. Ой-ой-ой. Лукоянов против Бичевскиса. Вот это да. Давайте смотреть этот бокс. Падает Лукоянов. Бичевскис, похоже, по очкам, возможно, и победил. Посмотрите, бросок Песанина. Лукоянов очень активен у ворот. Джериш, Бичевскис. И вот понеслась душа в рай. Ну так, да. Профессионально Бичевский сначала захватил. Несколько ударов. Повалил соперника. И вот такой у нас яркий эпизод. На последней буквально секунде бросок Песанина. Седлачек шайбу ловит.